Всем приветики! Смотрите, что я урвала, наконец-то! Я так мечтала попробовать мангустин. Насмотрела всяких блогеров с ТикТока, естественно, с Таиланда, о том, что это очень вкусный фрукт, очень полезный. В общем, будете его кушать, будете здоровы, и он очень сладкий и сочный. И вот, наконец-то, сейчас сбудется моя мечта. Помню еще о том, что была такая информация, вот сколько на жопке, так сказать, вот этих вот лепесточков, столько у него долек. Сейчас будем проверять. Не знаю, как его открывать на самом деле. Да просто, наверное, попытаюсь разрезать. Достаточно таки жесткий. Ну, сейчас, может быть, не до конца. Попробую его раскрыть. Ух ты, смотрите. Так, подождите, сколько здесь долек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть долек. Сейчас мы проверим эту теорию про дольки. И у нас здесь, та-дам! Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну вот эта вот большая, разрезала я ее. Шесть долек, совпадает. Так, ну что? Не знаю, будем пробовать. На вид реально как чеснок. А на вкус сейчас скажу. Ой, прикольно. А на вкус как клубника с бананом, наверное. Ну, стоит однозначно попробовать. Класс. Так что, если есть такая возможность, пробуйте. Очень вкусно, мне зашло.